Всем привет, всем привет, всем привет. С вами Галина Плитко. И я сегодня такая счастливая, такая радостная. Сегодня 8 августа, 8.08.24, да, магический день. И в нашей команде Формула 1СВ был проведен сегодня купеческий розыгрыш. Ну, вы знаете, у нас огромная структура, у нас чудесные наставники Юлиана и Ксения, мать с дочерью. И они у нас проводят купеческий розыгрыш. В нашей команде вообще два розыгрыша. Один в начале месяца, а другой в конце месяца. С 1 по 7, да, и с 20 по 31 число. И в купеческом розыгрыше могут участвовать лидерский корпус. А лидерский корпус, я вхожу в лидерский корпус, то бишь у меня уже ранг 2500. И что я хочу сказать не об этом, просто... Сегодня я, когда вчера, когда я заносила свою заявку в розыгрыше, я заношу, и у меня есть волшебные мои слова. Я их проговариваю, я просто хочу выиграть. Я никогда не выигрывала. Ну, просто от слова никогда не выиграла. Никогда не находила что-то там, да. Никогда не выиграла. Ну, везунчик я совсем другой. Не в выигрышах. Ну, дело в том, что подала в розыгрыш, и сегодня уже розыгрыш состоялся в 13.00. 13.00 я не смогла выйти на связь, прямой эфир, и ехала домой, и уже включила и прослушала эфир нашего розыгрыша. И как мне было приятно, когда озвучили мой номер 401. У меня было три номерка: 400, 401, 402, и я выиграла деньги. У нас разыгрывались деньги и разыгрывались две коробочки премиальной линейки витамина. Но я тоже хочу эти витамины, я их обязательно закажу, потому что нейровижен мы пропиваем с мужем, мы как бы берем с ним уже премиальную линейку, пропиваем, и я эти витамины тоже возьму. Но дело в том, что я опять выиграла. Я уже четвертый раз выиграю. Поэтому наша команда очень счастливая, Формула-1. Идите к нам в команду и летите с нами вместе высоко к своим мечтам. Ну, а теперь у меня небольшая распаковочка. Так как я сегодня, у меня сегодня такие семейные хлопоты, я уезжаю на малую родину с мужем на машине в ночь. И мне надо быстренько вам показать, что же я получила сегодня опять в заказе. Уже третий заказ за начало этого месяца. Сейчас я ее уже разрезала здесь и покажу. Показываю. Опять она упакована, вот она упакована бумагой. Про бумагу помните мой лайфхак, да, я говорила, что же я, куда, как я использую. И посмотрите, что у меня здесь. Та-дам, та-дам. А в этой коробочке у меня, ну, так как я еду в дорогу, еду в гости, мне надо свести вкусняшки. И у меня здесь наши вкусные батончики протеиновые. Смотрите, батончики у нас со вкусом манго. Это тоже батончик. Со вкусом кокоса. Вот эти батончики я очень люблю, обожаю. Очень люблю, обожаю. Они как баунти. Если вы кушали баунти, то вот, пожалуйста, за ними там баунти. Полезно, вкусно. Вот этот батончик карамельный, тоже вкусняшечка. Ну, и эти батончики, они сейчас на этой неделе по акции. Поэтому, так, апельсиновый сок натуральный здесь. И вкус здесь банан, банановый. Банан и апельсин. Вот такие, взяла в дорогу к себе. И плюс еще будут встречаться под гости, будут встречаться и подарю как презентик. Это вот такие вкусняшки. Дальше, что же еще здесь у меня в моей коробочке? В моей коробочке у меня здесь девушка заказала вот такой ароматик. Я о нем рассказывала. В моем чате тоже есть подробности о нем. Поэтому я останавливаться на этом не буду. Что-то у меня уходит как-то свет. Не понимаю, куда-то свет уходит мой. Вот. Свет уходит, свет уходит, свет уходит почему-то. Угу. 20 мл очень удобно носить в сумочке. И вот этот ароматик, это уже перезаказ. У меня заказывают его. Я себе брала его, этот ароматик.
Он легкий, нежный, именно летний ароматик. Это новиночка в нашей компании. Аромат из к нам присоединилась компания Сель. И вот это вот, вот это вот их ароматик. Дальше, дальше, дальше. Я уже прикончила, можно сказать, два флакончика аромата. Аромат мой любимейший, это вот этот Ноном девяточка. И я еще уже его заказала. Я просто его, наверное, ем. Я иду утром в ванну, в душ, я умываюсь и делаю врата Клеопатра. Над собой вот так наношу, мне на волосы, на мокрые, он прям ложится так, аромат. Наношу его на шею, потому что я люблю идти, чтобы мой аромат меня как бы окутал шлейфом. А в этом месяце, вот в это, на этой неделе, да, там не помню точно даты, он идет. Если покупаем мы этот аромат, то в подарок нам идет аромат любой 20 миллилитров, там 150 рублей, 135 рублей. Я заказала себе. Взяла себе розовую розу, потому что у меня, или это белая роза, сейчас посмотрю. Да, это белая роза. У меня его еще нет. У меня есть розовая роза, у меня есть фиолетовая роза, а вот этой розы у меня нет. Сейчас вам покажу. Он тоже очень классно. Не могу открыть. Вот открыла. 20 миллилитров, вот такой ароматик. Я когда ездила в Питер, тестировала его там, он такой вкусный, и о нем очень его хорошо презентовал. Да, вот он с морской свежестью, морской бриз, так вот такой классный ароматик вот этот. Вот. Что-то у меня уходит свет. Вот, девчонки, берите просто, кто любит розочки, это ваше ноу-хау. Очень хороший. Поэтому у меня, смотрите, какой в этот раз заказ. Ноном девятка мой любимый. Это тоже я люблю его. Это девушка у меня заказала. А еще у меня здесь заказ. Это Синхровитал двоечка. Это хронобиологическая защита клеток головного мозга. Я беру его для нашей бабушки. И как бы мне очень нравится, как он действует на ее память. На, в общем, бабушка уже довольно-таки взрослая, 84 года, и поэтому мы хотим, чтобы она долго была в здравом уме и в хорошей памяти. Память, конечно, уже старческая, уже, конечно, уходит многое из памяти, стирается, но вот этот состав, вот это вот средство, оно бабушке нашей, я думаю, что помогает, потому что мы заметили такие небольшие изменения. Вот. И будем надеяться, что вот этот вот возраст, он как бы остановит старческий склероз, деменцию, там все, что приписывают вот таким взрослым пожилым людям. Ну вот такой у меня заказик. Очень много батончиков, вкусной ароматики. На сегодня такой заказик. И вообще сегодня я везунчик. Сегодня у меня пришел мой заказ с моими ароматами. Пришла вкусняшка. И я еще выиграла деньги в нашем розыгрыше в купеческом. Поэтому, кто не знает, что такое купеческий розыгрыш, купеческий закон, зайдите ко мне в чат «Мой здоровье, красота». Там все про это написано. С вами была Галина Плитко. Ниже прикреплю свою ссылочку. Приходите, буду вас ждать.